Всем привет, с вами Мила, и мы продолжаем играть в Final Fantasy. Так, что тут у нас? Если потребуется помощь, обратись к альтисийцам, не вступай ни в какие контакты с Империей, если ты правда намерена заключить завет, будь готова к последствиям, если Ноктис сумеет принять в себя эту силу, я с радостью верну ему отцовскими. Так, здесь что? Я пришлю сопровождающих. Вы с Джентьяной вернетесь в поместье. В Люциусе для вас опасно. Империя боится завета с Археем, и вскоре они придут за тобой. Окей, еще что-то. Даже с благословением повелителя бурь Ноктис был беспомощен, как младенец. Открой же глаза, он Фрей, узри всю тщетность своих стараний. Он недостоин ни твоей жертвы, ни меча его величества. Ну, это спорный вопрос, но поехали. Доберитесь до верхних уровней. Так, мы продолжим. Посмотрим, на что о! Способен твой меч, папа. Давай. Теперь Ноктис сможет использовать меч Региса в бою. И пусть он еще не вернулся в другие королевские способности, меч и кольцо Люциев увеличит его шансы на выживание. А как драться? Ай. Вот так. Так, а как этот использовать меч? Я что-то не совсем поняла. А, ну как. Чё ты не ржёшь? Не так уж и крут без своих королевских игрушек, как я посмотрю. Ну, вот это мы еще посмотрим. Смотри, какой хороший мечик. Смотри, какой хороший мечик. Вообще отлично, мне нравится. Вообще хорошо бьет. Отлично и замечательно. Чё ты там против моего меча имеешь? Замечательный меч. Так, ну, доберитесь до верхних уровней. Неужели ты не чувствуешь, что тебя ждет? Нет. Ты это слышал? А? Там что-то есть. А, пойти другим путем. Так мы же здесь были, подожди. Что это за дым? Фу, яд, как, яд какой-то, что ли? Вот из труб вот этих идет. Откуда же еще? А, ну что ж, я предупреждал. Ай. Чем дальше, тем гуще. Надо его убрать. А как? Это газ. А, да? А как его убрать? Я просто как бы без понятия. Может, я просто пойду вперед, да и все? Подожди. А, здесь это тупик, да? Подождите, отстаньте, отвалите. Может, я просто пойду вперед, да и все? Кажется, так лучше, нет? Так не работает, что ли? А как я тогда должна убирать этот газ? Я что-то не совсем понимаю. Как, а как мне его убрать? Нет, убрать-то убрать, подожди, а... Как мне дальше-то пройти, вопрос? А, все открыто. Мне надо было убить их. Мне надо было просто их убить, что ли? Так, что здесь делать надо? Нажать, наверное, что-то. Да, все. Это самое. Сейчас нажмем кнопочку и все уйдет. А, мы просто включили вентиляцию, понятно. Сейчас это все. Сейчас это все вытянет. Чуть не задохнулся. На колени. Так, а куда дальше? Дальше назад? Надо же. Ну ты и драчун. Завидуй молча. Завидуй, чувак, молча. Так, куда нам? О, господи, кто здесь? Они так внезапно появляются, просто жесть. Так, куда ты меня вообще ведешь на самом-то деле? Непонятно.
добрались до верхних уровней. Каким образом? Так, это я куда-то вообще назад иду. О, господи. Ищем путь. Ищем путь дальше. Здесь как бы... А! Здорово. Здесь как бы тупик, нет? Тоже тупик. Или нет? Здесь я была. Да ёптить медь. Они возрождаются через какое-то время, получается. А тут, в принципе, можно тупо одним кольцом драться и не париться. Париться. Так, а что тут у нас? Ну что-то сделать, да? Торговать? Купи. Да мне как бы ничего не надо. Могу вот продать, в принципе, всякую лабуду. Особо сейчас важно. Могу продать. Раз уж такое дело, продадим. Все меньше потом продавать. 25 тысяч магитех ядро, нифига себе. Нормально. У меня уже 652 тысячи, офигеть. Скоро миллион будет. И куда их тратить? На зелье только у меня, как бы, и без зелий. Я вот как тогда по 100 штук всяких зелий закупила, и все как бы на этом. Так, и что мне здесь нужно сделать? Непонятно. Закрыто. Ключ не подходит. Данные получены. Уровень доступа 3. А где мне взять уровень доступа 3? А, вот здесь. Туплю. Не заметила. Подожди, здесь торговать. А, вот. Все. Уровень доступа повышен до 4. Разрешен доступ к зонам 4 уровня. Ой, опять этот собака. Штурмовики эти поднадоели уже. Здорово, ребятки. О, так, я поняла вас. Где там моя сильная атака? Подожди. Как, какую-то кнопку я уже забыла. Надо нажимать какую-то кнопку. Я забыла какую. Ладно. Давай меч возьму. Может, меч возьму? Возьми меч. На колени! Так. И что у нас тут? Тупик, значит, нам сюда. Когда с тобой некому нянчиться, ты так беспомощен. Чё это я беспомощен? Я кто? Вон твоих демонов разношу, как не знаю кого вообще. Как тряпочек. Как тряпочек разношу. А ты говоришь беспомощен. Так, а вообще мне... Так, туда не надо, типа. Хотя туда могу. По заданию меня ведет сюда. Значит, пойдем сюда. О. Давай. О, здорово. Так, как же там с кольцом надо какое-то сочетание клавиш нажимать? Я уже не помню, какого. Подождите, пока лифт опускается. Ждем только это. Как его? Ай.
Не помню, что там нажимать надо. Мощные-то атаки-то. Shift вроде бы и что-то еще. Понятия не имею, кто это. Но с ним шутки плохи. Еще кто-то вылезет, да? Ну долго там лифт ехать-то будет, чё он так долго едет? Лифт прибыл. Ну я тогда пошла. Я тогда пошла, пока, чувак. Чао, какао. Счастливо оставаться там. Не поминайте лихом и все такое. Сколько мне еще, блин? Уже питания нет. Ключи, электричество. Что дальше? Сколько мне еще подать? Что там за шум? А тебе не страшно одному? Нет. Это же не хоррор. Это же не хоррор. Да будет свет, сказал Ноктис. Не ярко, но лучше, чем ничего. Ай, блинский, блин, ты откуда тут взялся, псина? Да, сказал. Да ты задолбал! Люблю сюрпризы. А я нет. Как легко тебя обмануть. Где он? Короче, я пошла. А, он меня преследует? Да, иди ты нафиг. Где он? Ой, короче. Я пошла. Ну вас нафиг. Ну вас в попку. Я пошла. Давай. Серьезно? Да ты задолбал отключать свет. Ну серьезно, сколько можно? Электрик хренов. Ой, началось. Как там сильная эта атака, я уже забыла, ёптить медь. Какое-то сочетание клавиш там надо нажимать, а какое, не помню в упор. В упор не помню, и всё тут. Да, что ли? Ай, нет питания. Так, нет питания, а где мне его включить-то? Где включить-то питание это? Здесь что ли? Да вы задолбали, кто там еще? Сколько мне еще свет этот зажигать? И вообще, сколько мне... Да ты задолбал. Сколько мне еще подниматься в эту фигню, серьезно? Да как там надо? Что там нажимать-то надо? Shift-F, что ли? Или Shift? Что-то там с Shift-ом вроде надо нажимать, насколько я помню. Короче, я пошла. Да... Да сколько вас тут, ёж-моё ж? Или это все один и тот же? У него неуязвимость у псины. Ай! А ты чё нахрен? Серьезно что ли? Я пошла. Да. Всё, я ушла, меня нет, я спряталась. Я в домике. Я в домике, отстаньте. А чё у меня хпшка не... Какая-то уменьшенная. Да. Сколько мне ничего подниматься, блин, вторую серию я вот в этой крепости или где я там нахожусь. Сколько можно? Сколько? Это еще не верхний, да, уровень, я так предполагаю. А почему у меня хпшка-то уменьшенная? А, наверное, из-за того, что у меня нет сейчас королевского оружия. Наверное, из-за этого.
Скорее всего. Так. Империя достигла значительных успехов в демонологии. Ну, после того, как я ей немного помог. Мы научились создавать демонов прямо здесь. Определенное сочетание дверей открывается разными комбинациями активных панелей. Чтобы продвинуться дальше, найдите ключ-карту для каждой панели, активируйте их. Создавать? Голова тебе дана не только, чтобы корону носить. Так, короче, ключи какие-то надо искать. Хочешь, расскажу тебе, откуда берутся демоны? Так вот, изначально они были самыми обычными животными и людьми. А ты стольких убил. Ну да, ты же не знал. Так. Так, сюда. Ключ-карт от панели 8. А, от панели B1. Окей. От панели B1. Где тут панель B1? Давай искать. Это какая панель? Вот это? Считай панель B. Включить. Типа включила. И что открылось? Вот тут открылось. Понятно, что где открылось, но что-то где-то открылось. А, вот здесь открылось. Все пехотинцы, которых вы свысока называете магитехами, вышли из этих стен, а попали сюда еще детьми. Их помечали серийными кодами и растили, пока они не наберут достаточно сил для боевых действий. Какая жалость! Невинные души, обреченные на смерть от рук иноземного короля. Ну как? Не стыдно теперь тебе будет убивать их? Нет, не стыдно. От панели C1. Поехали. Так, сюда. Сюда. А, это щитовая панель Б. Подожди. Читала панель Б. Значит, не он туда. Ну, куда задание ведет, наверное, туда и надо бежать. Так, подожди, а это где? А, стопэ. А где щитовая панель С? Че? Подожди-ка. Я взяла ключ от С. А где С? Вопрос на миллион. Или я все правильно взяла, подожди. Давай включим. Что-то где-то открылось? Или нет? Понятно. Массовое исчезновение людей, это странно, массовое исчезновение людей прошло уже 9 дней, но у нас по-прежнему ни единой зацепки. Трудно поверить, что 812 человек, целая деревня, просто взяли и испарились. Кое-что из более конкретных новостей нам удалось найти подтверждение того, что 60% демонов, объявившихся в Западной Гралее, примерно в то же время сбежали с военных баз, однако никакой информации об остальных 40%. Таинственные исчезновения. У нас нет. Карантин Западной Гралеи с учетом происшествий в окрестностях деревни на сегодняшний день число пропавших составляет уже 1657 человек. Первые отчеты СМИ связывают эти исчезновения со вспышкой инфекции. Продолжаются попытки установить связь между этими событиями и массовым нашествием демонов. На данный момент в Западной Гралеи введен режим карантина, остальные секторы не заражены. Вымирают от болезни. Только не говори, что ты заблудился. Надеюсь, что нет. Да отвалите. Мегазелье. Так, а ключик где?
Я же типа ключ нужен. Так, ну здесь что-то непонятно. Здесь что-то непонятное. Так. Здесь вот мы включали эти, да? А, вот щитовая панель С. Возникла перегрузка, сработал предохранитель. Как минимум одна панель должна оставаться выключенной. А, как минимум одна панель должна выключена быть. Ёптить медь, как сложно. Так, ну давай С включим. И, допустим, Б. То есть все вместе вообще, в принципе, включать нельзя, да? Интересно, интересно. Так, теперь вот эта дверь открылась, да? Ничего нету. Да, кроме демонов дурацких. Отлично, мальчик мой. Тот ты ржешь, блин. А знаешь, что интереснее всего в твоем дорогом промпте? Секция просочилась 5 соседних секторов, и это уже похоже на эпидемию. Распространению болезни всегда предшествует появление демонов, и нельзя отрицать вероятность того, что патоген является демоническим по своей природе. Карантин будет объявлен во всех районах, где будут замечены масштабы эпидемии. Эти существа. Плохо дело. Падение центра магитех исследований, прорвавшись северного и западного секторов, демоны волной прокатились по всему ЦМИ, нанесли серьезный урон оборудованию. В ходе происшествия мы потеряли контроль над незапрограммированными МТ-единицами. Тем временем 125 зараженных пациентов, находившихся на лечении в центре, исчезли примерно так же, как и первые пропавшие. Все пациенты просто исчезли? Бред какой-то. Да. А кто там опять? Целитель магии. Так, здесь можно сохраниться, да? Так мы опять вернулись, да? Ну мы опять вернулись туда, куда вернулись, да? Подожди-ка. А зачем я сюда вернула? И назад. Подожди-ка, стопешечки. А, нет, все правильно, вперед. Это просто похожее место. Просто похожее место. Ладно, я в эти уже комнаты заходить не буду, в принципе. Смысла в этом нету. Надо бежать. Бежать дальше. Более половины обитателей крепости превратились в демонов. Мы не сможем их обезвредить, поскольку нам так и не удалось восстановить контроль над МТ. Снаружи в городе демонов еще больше, все они когда-то были мирными жителями. Шансов на спасение нет. Мегафеникс. Зараженные не исчезают, они превращаются в демонов. Уму непостижимо, как мы этого раньше не заметили. Хотя теперь, когда демоны повсюду, поздно сокрушаться о допущенных ошибках. Несмотря на то, что они когда-то были людьми, они не похожи на тех, кого мы выращивали для МТ. Их невозможно контролировать. Есть. Так, здесь мы сейчас повысим. Они так внезапно встают, просто жесть. Вообще не ожидаешь, что они встанут. Так, уровень 5. Повышен до 5. А сколько всего? Разрешен доступ к зонам 5 уровня. А сколько их всего? Собака! Ну блин, что за хоррор, ё-моё! Пугал меня псина. Ну они такие лежат, типа трупы. И непонятно, трупы это или не трупы. На самом-то деле. Так, можно сюда.
Так, подожди, куда мне? Мне туда. Что же это за место? Ой. Что у них там внутри? Они демонов делают, походу. Не знаю, что это, но мне это не нравится. Мне совсем тоже. Совсем не нравится. Мне тоже не нравится. С тобой полностью согласна. Ты закрыта. Здесь наверняка что-то есть. И наверняка заперто. Ну, ясно. А к замку полагается ключ. Где этот ключ взять? Это не ключ. Ха, такого я не ожидал. А жизнь налаживается. Интересно, как же закончится эта история? Нарушение безопасности. Активирована магитехзащита. Что? Стоп. Так вот, что там внутри. Сколько их там? Да, многовато. Где же твои друзья? А вдруг они убежали без тебя? Да нет, они должны где-то здесь. Ты так и не нашел Гладио? Рано или поздно Игнис споткнется о ловушку. Тебе, наверное, сейчас очень одиноко. Ой-ой-ой, убивает. Так-то убивает. Обновите ключ-карту, чтобы попасть на верхние уровни. А как мне ее обновить? О, у меня ХП вернулось. Как это оно у меня вернулось, интересно? Ой, теперь искать. Где нам нужно это делать? Обновлять эту ключ-карту. Мышечный стимулятор. А, вот здесь. До уровня 6. Повышен до 6. Разрешен доступ к зонам 6 уровня. У твоих друзей впереди вся жизнь. Не обижайся, если они не станут ею рисковать ради тебя. Так, они типа будут бесконечны или что? Да отвалите. Не знаю, их надо бить, не надо. Скорее всего, надо. Скорее всего, надо. Ты надо еще быстрее. Кто тут? Призрак, ё-моё. А, у меня мана кончилась. Без своих королевских игрушек, как я посмотрю. Нормально, все, сейчас я убью его. Чё-то я не крут. Вполне даже крут. Вот и все. Вот и все. Где еще, давай? Тряпочки эти твои штурмовики самоубийцы. Тряпочки просто. Когда с тобой некому нянчиться, ты так беспомощен. Ой, ты повторяешься, чувак. Твои фразы повторяются. Все, кончились. А чё? Чё не все? Уничтожьте магитех штурмовиков. А я чё, не всех уничтожила ещё? Чё? Пойдите путь дальше. Давай, сохранимся. Чё ты ржёшь? Ржёт. Так, ладно. Путь дальше. Если кто-то сомневался, это ловушка.
Ну, я поняла, что это ловушка. Такого я не ожидал. Немного боли никому не купить. Тебе тоже. Быстрее. Пока ты тянешь время, люди умирают. А что мне делать? Больно! Но! Это ты? Эй! Но! Ты нас слышишь? О, друзья мои! Игнис! Товарищи! Где ты? Я как бы здесь. Я не совсем понимаю, что мне надо делать. А чё он не встает? Меня сейчас тут зажмет и тренда. Что надо делать? Нок в беде! Гладио, там должен быть выключатель. Найди его. Откуда ты знаешь? Полагаю, нас сюда привели не просто так. Да убей ты его! Как бы побыстрее бы, как бы Гладио, а то меня тут сейчас зажмет. Надо бы побыстрее как-то действовать. Ты цел? Вы как сюда попали? Я тоже тебе рад. Спасибо. После того, как нас от тебя отрезало, нам оказали помощь. Сам понимаешь, кто. Этот гад с нами играет. Но мы хотя бы вместе. Наконец-то. Пока без промпта. Отчет об испытании сокрушающей волны подтверждает, что волна способна включать не только стену, но и все магические способности представителей королевского дома Люца. Люцеса. Более того, судя по данным, полученным во время столкновения с Шивой, она также оказывает ослабляющее действие на шестерых. Воссоединение лучших друзей. Как это трогательно. Друзья, это, наверное, так здорово. Вы такие счастливые. Надеюсь, вы скоро найдете своего бесценного промпта. Ну, по идее, так, полчаса у меня сейчас серия, да, идет. Ну, можно еще пробежаться. В принципе. Так, найдите промпты. Каким образом? Ключ не подходит. Да, ёптить, данные медь. Получены. Уровень доступа 6. Это питание. Что мне делать? Чё не сделаешь? Так, ребятки, а вы мне типа не поможете никак, да? Чё нужно сделать-то? Войдите промпту. Легко сказать, мне подожди, мне нужен следующий уровень, получается. Либо питание, да, надо включить. А почему мне не показывает, где чего включать? Типа, теперь тебе не будет так просто, да? Ищи сама, да? А где я должна искать, скажите? Я знаю. Детский отчет. С большим сожалением сворачиваю работу по восстановлению магитех оружия до полной функциональности. Я за то, чтобы продолжить исследование, но руководство боится повторения инцидента. Мои труды по поиску метода, как активировать и контролировать устройство, судя по всему, пропадут. Если это автономная система, то, я думаю, нужно божественное вмешательство, чтобы она заработала на постоянной основе, а пока устройство останется на хранении. Так, это все классно, но а что мне делать-то? Что мне делать-то? Найдите промпта. Здесь нужно питание. А где его включить? Это раньше? Где раньше? Где тут питание включать? Я откуда знаю? Друзья мои бесполезные тоже получается. Толку от них ноль. Толку от них вообще ноль. Где? Откуда я должна знать, где включается питание? Вы интересные такие, игра. Ты капец умная, конечно, слов нету. И ключ, где я должна повышать, тоже непонятно. Найдите промпту. Шикарное задание, конечно. Просто шикарное. Нет питания. Где мне его включить? Питание-то это, алло. Вопрос на миллион. Может, вот сюда где-то еще пройти, где там вот этот отдых?
Я откуда знаю, где питание? Приколисты, блин. Я аж привыкла, что меня ведут за ручку. Не, ну здесь-то тупик, это понятно. А здесь это просто комната отдыха. А куда мне тогда идти? Не назад же, назад мне нет смысла идти. Может быть, сюда? Уровень доступа 5-6, но я 6-й получила. 6-й-то я получила, как бы. Может, я опять что-то просто не заметила, как всегда? Скорее всего. Скорее всего, что-то не заметила, не знаю. Сейчас посмотрим еще внимательно. А, ну я же говорю, я не заметила. Заперто. Значит, внутри кто-то есть? Я же сказала. Тупо не заметила. Так. Окей, пошли сюда. Хватит ржать, задолбал. Я знал, что ты туда пойдешь. Надо же. Ну ты и драчун. О май гад. Это тюрьма. О, промто. Мы нашли промто. Эй, ты цел? Не ранен? Помощь не нужна? Я в норме. Нокт. Спасибо. Ага. Скажи, ты обо мне беспокоился? Да. Конечно. Разумеется. Что за вопрос? Да, я так и думал. Я верил, что ты придешь. Промпта. И я сказал себе, что не должен умирать. Чтобы ты не думал, что я это не я. Прости меня. Не за что. Все в порядке. А, так это задание было быстрое. Окей, пошли дальше тогда. Найдите устройство, которое лишает Ноктиса его сил.